короче, походу жесткий диск помирает. Это вообще ультра печалька. Вот, с чтения что-то 1 мегабайт с лишним. Ну, конечно, на говно флешку сейчас записывает. Но проблема в том, что флешка начали на расслабоне, а жесткий диск, сука, 4-терабайтник. И где сейчас мне взять новый? За 6 тысяч, что ли, блядь? Мне бы 3 терабайта хватило, но типа 6 тысяч, я смотрел, короче, 6 тысяч 4 терабайта, 5 800 3, ага, 2-терабайтные за 4 тысячи идут. Ну это пиздец, это очень грустно. Очень грустно. И надо его сейчас отрубать, чтобы он полностью не сдох, чтобы файлы хотя бы перекопировать. Это sad момент.